Вот такая вот красота на утречко. Лед. То же самое на лобовом. Значит, температура в Житомире сегодня была ночью плюс 2 по прогнозу. На самом деле крыша вот такая вот температурка. Сейчас посмотрим, что по малинке. А, голубика. Ну, вот так отреагировала нормально. А вот мой как бы эксперт, вот, кабачок, да, это от заморозков, скажем, по-моему, недели полторы назад был. Вот он реально хватануло его. Сейчас тоже вот такой иней лед. Еще больше она продавит его. Ладно, иду к малине. Так, малина, ну вчера мы ее вдоль и поперек, скажем, всю собрали. Что-то, может быть, найду я. Нормально. Нормально так. Ничего я не чувствую. То есть на такую погоду реагирует, как правило, ну, такая очень-очень переспевшая. Так, пойду сейчас туда дальше пройдусь. Переспевшая малина ягода. Ну, честно сказать, такого шок-контента я не могу обнаружить. Типа, знаете, горы трупов. Да, нету такого. Нормальная вся малинка. Вот я ее пробую. Хорошо, вкусная. То есть это, скажем, больше я вчера вечером переживал. Уже солнце заходит, а очень-очень прохладно. Вот такая прям, листья все мокрые. Солнце заходит и очень-очень холодно. Думаю, ну все, у нас там есть кусок один. Мы не дособрали один ряд. Думаю, все, на утро будет купец будет, не. Но вот такая ягода, она, это полка, да, она как бы еще и дня два, два дня точно висеть. Такую погоду она легко, легко переносит. То есть она идет на отрыв, на вкус несколько скрипит. Вкус абсолютно не кислит, то есть как бы от мороза такой вах-вах-вах нету. Нормально, ладненько, иду дальше еще. Так, вот эту попробую. Это брусвяна, как бы такая спелая. Нормально. Еще две брусвяны. В комментариях несколько человек мне написало, что сорт классный. Друзья, я не говорю, что сорт плохой. Для дома нормальный, отличный сорт. Я бы сказал, беспроблемный. Но не для промпосадки. То есть разницу вы понимаете, да? Как это? Зеленое здесь хочу вырвать. Но не для промпосадки. Для промпосадки я сравниваю вот сразу же с 10 сортами, да. Ну, она не дает такой вал коммерческой ягоды. То есть где-то она перемокла, все. Хорошо. То есть по брусвяне, да, где-то она перемокла. Уже нет той товарности. Скажем, полка Зюгана Джон Джей, товарная ягода есть.
А брусья она уже не дает. Так, ну я ж немного о другом говорю, да? А, вот. А нашел я, типа спелую. Опа. У меня тут попрямка немного. Нормально. Короче. Так. Значит, вот такая вот температурка. По малине пока никак. Время около 8 утра. Дата не помню, но сегодняшняя. 29 или 30. Сейчас посмотрю. Угу. На паузу не могу поставить. Посмотреть не могу. В общем, такая картинка. По всей видимости, нуля жесткого не было. Ягода нормально полностью выдержала такое как бы похолодание. И лед на поверхности, иней. Вот на траве иней был. На малине, возможно, тоже иней был, но уже как бы солнце уже как бы вышло, да. И немного все это дело оттаяло. Так что работаем дальше. Мне еще там нужно будет подсобрать. Да, что-то сегодня продадим. Окей, друзья, всем мира, добра, пока-пока.